Бригады муниципального предприятия «Ремстрой» продолжают благоустраивать Анапу. Участок улицы Чехова в простонародье «Стометровка» пользуется особой популярностью у жителей 12-го микрорайона. Зеленая зона, торговые точки с доступными ценами и широкие тротуары делают это место удобным для прогулок молодых мам с колясками и людей преклонного возраста. Единственным нареканием от жителей было состояние тротуарного покрытия, которое за годы эксплуатации порядком износилось. Плитка потрескалась, а в некоторых местах и вовсе провалилась. По распоряжению главы города Сергея Сергеева для решения этой проблемы были привлечены специалисты «Ремстроя». На промежутке от УВД и до спортивной школы номер 3 они проводят косметический ремонт. Здесь будет заменена плитка. Отсыпка, песочная смесь и другие строительные материалы завезены в полном объеме. Всего планируется частично заменить более 400 квадратных метров тротуарного покрытия. Завершить работы планируется уже к концу этой недели.